Всем привет! Вот хочу вам показать то, что творится недалеко от Колизея в Риме. Здесь действительно, конечно, толпы народа, как и везде в Риме, у достопримечательностей. Ну а что касается Колизея, Колизей, конечно, он потрясает. И, в общем, действительно потрясает. Сразу почему-то вспоминается обложка учебника по истории, но для тех, кто помнит. И вот ты стоишь здесь, смотришь на этой развалины, натурально развалины. Ты обалдеваешь, как они умудрились постоять до нашего времени. Я сделал скорость достаточно быструю для видеоряда. Но для того, чтобы просто посмотреть, чтобы не напружно было. Собственно говоря, ну что, большая стена, огромная. Просто, это не просто стена, это стена с историей. Ну а истории я рассказывать не буду, просто покажу вам, что здесь творится. Ну а Колизей уже много, конечно, говорилось, писалось. Нет смысла что-то там перечитывать. Ну так, для информации, что Колизей — это амфитеатр Флавиев. В переводе, возможно, это может быть звучать по латыни. Колизеус, громадный амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, одно из самых грандиозных сооружений, которое сохранилось до нашего времени, находится в Риме. Вместимость его на тот период была порядка 50 тысяч человек, но это достаточно прилично. Были различные механические приспособления. Есть фильмы об этом. Строительство Колизея велось порядка 8 лет. Немножко больше даже. Династии Флавиев. Начали строить в 72 году нашей эры. При императоре Веспасиане. Ну а в 80 году храм был освящен императором Титом. Высота около 50 метров, 48,5. Ну и дата постройки 72 год нашей эры. Вот просто так для информации, чтобы посмотреть, что там творится. Недавно здесь появилась такая скульптура. Расколотый гранат, созревший. Ну, видимо, олицетворяет жизнь, цель к жизни. По-разному можно трактовать. Вот он стоит здесь, этот гранат. Не знаю, насколько он вписывает.